Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и в этот раз я начинаю серию нашего 6-го сезона с модом Pixelmon со своей собачуркой, которая немного напугалась за то, что я так кричу тут. Да, собачурочка. И, ребята, перед тем, как приступить к нашей серии, давайте мы вернемся к нашему развлечению и посмотрим, какое же развлечение будет в этот раз. Итак, ребята, я буду надеяться, то, что вы будете участвовать в нашем развлечении и попробуйте угадать, что это за покемон. И мы продолжаем с этого места. Тут мы заспавним Артикуно, когда мы уже докачаем наш орб, какой-то плавающий, я не знаю, алтарь танцующий или что это такое. Нам осталось 200-300 убийств, и после этого мы сюда вернемся и заспавним нашего первого легендарного покемона в этом сезоне. Но в этой серии нам нужно попытаться прокачать наш орб как можно больше. У нас сейчас 230 убийств. Нам нужно хотя бы, если прям сильно постараться, то в этой серии прокачать его, ну, хотя бы до... если прям сильно постараться, где-то до 150. Хотя, если честно, вряд ли это у нас получится, но все же попробуем. Знаете, ребята, то, что мне сказали, то, что шмотать, это теория, то есть я не уверен, я не знаю, я не буду спорить, потому что я не знаю. То, что шмоточки, вот эти шмоточки с покемонов, да, выпадают тогда, когда по Чирису эволюционирует, да, то есть не эволюционирует, какие эволюционируют, у нее уже нету эволюции, тогда, когда она поднимает уровень, да, вот сейчас, например, она 38 уровень, и ничего пока что не выпадает. Посмотрим, действительно ли это, ребята, так. Кто-то мне сказал, что вещи выпадают тогда, когда она прокачивается. Посмотрим, действительно ли что-то нам выпадет, когда она станет 39 уровнем. Я буду надеяться, что выпадет, потому что если это так, зараза, то я буду знать. И плюс к тому, давайте сначала вылечимся, покехил. А знаете что? Да вашу нафиг, сейчас, это сюда. Мы заменим, наконец-то, нашего лидера. Хотя, как наконец-то, мы его только недавно взяли, но все же. Мы заменим нашего Эмполеона на следующего капитана команды. А следующий капитан у нас будет кто? Конечно же, Лукарио. Ну, как бы сначала Риолу, а потом Лукарио. Но все же, я хочу, чтобы Лукарио действительно у нас долго был капитаном, потому что, ну, кому не нравится Лукарио? Все любят Лукарио. Поэтому я тоже жду, когда наконец-то он уже станет капитаном. Нет, ничего не выпало. Значит, ребята, ваша теория не... Хотя, может, вот это выпало. Может, вот это выпало, потому что у нас была только одна штука. Возможно, я не спорю, потому что возможно, я как-то не видел. Поэтому я не знаю, ребята, возможно, у нас была одна штука, да. А сейчас, когда мы прокачали уровень, то у нас появилось две штуки. Наверное, все-таки так оно и было. Потому что я с вами, ребята, не буду спорить, потому что я просто-напросто могу оказаться неправ, и вы будете правы, а я окажусь неправ. Поэтому я пока что спорить не буду. Да твою... Когда мы прокачаем по Чирису к какому? Ничего там не выпало. Ну, вроде пока что нет. Когда мы прокачаем по Чирису к... Ну, к 40 уровню, да, то есть к следующему, вот тогда, ребята, мы и посмотрим, действительно ли там что-то выпадет. Если да, то тогда я буду знать, что это не только, ребята, по Чирису, то есть мне, как мне объяснили, то у некоторых покемонов есть вот такое умение, как пикап, да? А нет, нету такого умения. А хотя это может, я не знаю, фиг его знает, может это какое-то врожденное умение, фиг его знает, честное слово. То есть... Как в самом покемоне, я не знаю, честное слово, я не знаю, но может и так. Так, ладно, да кто на меня там нападает? Если вы не помните, у нас есть не прядь, а 5 серебряных монет. То есть, что это означает? Что нам осталось найти, добыть, ну как найти? Найти мы нигде не можем. Добыть 7 серебряных монет, и после этого мы наконец-то сможем купить мастербол. Это я попытаюсь как можно быстрее сделать. И знаете что?
Знаете что, ребята, я забыл сказать. Опять я забыл сказать. Всегда как... А нет, нет, ребята, вот смотрите, нам выпала новая шмоточка. Значит, это не только выпадают шмотки тогда, когда эволюционирует по Чевису. Не только. Вот, как вы сейчас видели, у нас выпала новая шмоточка. Но по Чевису не эволюционировала. Поэтому, ребята, видно, что шмоточки и так выпадают. А что я забыл сказать, ребята? Мы же очень быстро набрали 800 лайков на предыдущей серии. То есть, дайте я вспомню. Вроде на 17 серии мы набирали 800 лайков около... Ребят, я извиняюсь, я почему-то заговариваюсь. А, мы набирали 800 лайков около... Недели-полтора, да? То есть, например, видео вышло в понедельник, мы набрали 800 лайков где-то в следующий вторник, да? Где-то вот так, больше чем неделю мы набирали 800 лайков, и, в принципе, 18-я серия вышла, ну, с таким нормальным запозданием, ну, потому что, я не знаю, может, на тот момент как-то всем надоел Пиксельмон, и просто никто не ставил лайки, потому что не хотел новую серию. Но на 18-й серии мы набрали 800 лайков, ребята, практически за один день, за что вам большое спасибо. И, как видите, вот, держите, новая серия. Поэтому, ребята, еще расскажу, вот сейчас выходит эта серия, ну, как бы сейчас уже вышла эта серия, раз вы ее смотрите, да? Если вы хотите видеть новую серию, еще одну новую серию Пиксельмона, сейчас, минуточку, нам выпал дайвбол. Ребята, нам выпал дайвбол. Ну, продолжаем. Если вы хотите видеть еще одну новую серию Пиксельмона завтра, да, то есть... можно сказать, каждая новая серия Пиксельмона каждый день нам Раркенди выпал. Офигеть. И возвращаемся. Если вы хотите видеть новую серию Пиксельмона завтра, то есть каждый день новую серию Пиксельмона, ребята, прошу, я для вас буду делать как вы хотите. То есть, если вы хотите видеть еще одну новую серию завтра, пожалуйста, я ее сделаю, но все, что я требую от вас, прошу, а не требую взамен, это просто-напросто поставить лайк. Если за сегодня мы наберем 800 лайков на этой серии Пиксельмон, ребята, я вам обещаю, что завтра выйдет новая серия Пиксельмон. То есть, если мы сейчас, прямо сейчас набираем 800 лайков, сразу же завтра выходит новая серия Пиксельмон. И, как вы знаете, обычно серии Пиксельмон у нас длинные получаются, да, где-то полчасовые, иногда даже больше. А давайте, хотя, я не знаю, сделаем ли мы это в этой серии. Ну, короче, давайте так. 800 лайков, выходит новая серия Пиксельмон прямо завтра, да, то есть никакой задержки нету. И если набираем 1000 лайков, то выходит... Да похрен с ним. Часовая серия Пиксельмон. Если набираем 1000 лайков, завтра выходит часовая серия Пиксельмон. Завтра часовая. Ребята, целый час мы... Вы просто прикиньте, что мы за час сможем сделать. За час мы уже, наверное, сможем... я не знаю, офигеть, сколько чего сделать. Прокачать покемонов, докачать орб. И, если честно, уже, наверное, и заспамить Артикуну. Ну, если это... Хотя вряд ли мы это сможем сделать, но постараемся. Поэтому, ребята, это зависит только от вас. И, как всегда я говорю, спасибо тем, кто сейчас находится тут, смотрит это видео. И, ребята, еще раз скажу, я общаюсь со своими подписчиками. Все, что от вас требуется, это просто-напросто оставить свой комментарий с каким-то советом, я не знаю, вопросом. Я постараюсь его прочитать и также ответить на него и пообщаться с вами. Да. И также, кто подпишется на мой канал, убедитесь, что вы подписаны. Все, что вам нужно, это просто-напросто пролистать вниз страничку и посмотреть, подписаны ли вы или нет. Я буду очень сильно рад, если да, потому что вы вступаете в нашу большую дружную семью, ну, и становитесь нашим, я не знаю, каким-то новым членом нашей большой семьи. Я буду надеяться, что вы все-таки вступите в нее. Так, ладно. Возвращаемся к самому Пиксельмону. К самому Пиксельмону давайте мы сначала выключим шейдеры, потому что вы знаете, что шейдеры ночью — это жопендрия полная. Сейчас, дайте я пожру, покушаю быстренько. Вот так. Сколько? 199. Мы уже прокачали 30... А, кто там бьется? Мы уже прокачали 33, уже 34 получается. Не скажу, что прям суперский, но, в принципе, серия еще не заканчивается в какой-то степени, да, то есть до конца серии мы еще сможем прокачать, может, минимум 20, я надеюсь. Вы, может, наверное, задаетесь вопросом, почему я только нахожусь вот тут, в зимнем биоме, но, ребят, во-первых, если тут заспамится босс, его будет очень просто увидеть, потому что... О, смотрите, нифига себе, нестбол выпал. Офигеть. Его будет очень просто увидеть, потому... Это кто там?
А, нет, это силы, мне как-то показалось. А, его будет очень просто увидеть, потому что тут нету никаких деревьев, и тут все белое, да? Если заспанится, например, какой-то красный босс, то его, в принципе, очень легко будет увидеть на белом фоне красного покемона, согласитесь. А, и во-вторых... Ух ты, ни хрена себе. О, мы его еще убили. Discharge, Swift, Quick Attack, Sparkle, Thunder Wave. А, давайте вот это. А, и во-вторых, ребята... Опа, смотрите. Waterstone. Ну, сгодится, если честно. Ну, потом, когда-то пригодится, может, мы его используем. Да, не может, а, наверное, используем, если мы словим какого-то водного покемона. И что я хотел сказать. Во-вторых, тут самое больше таких нормальных покемонов, на которых, в принципе, можно и нормально прокачаться, потому что вы видите этих же пилосвайнов, да, тут. То есть и пилосвайнов нормально тут, и, в принципе, вообще любых других покемонов. Поэтому тут очень просто, во-первых, и качаться. Во-вторых, тут очень много покемонов вокруг тебя, не нужно куда-то далеко уходить, чтобы найти какого-то покемона. И в-третьих... А что в-третьих? Тут, в-третьих, вам тут очень хороший дроп. То есть тут очень офигенный дроп. И дайте сначала я вот это выкину. Очень большой дроп, и очень можно быстро, круто нафармить на какие-то вещички, да. То есть, смотрите, у нас уже есть Nest Ball, Friend Ball, Dive Ball. Офигеть, то есть, смотрите, сколько нам тут вещичек выпадает с тех же покемонов. И плюс к тому, мы очень быстро фармим себе на Master Ball, да, то есть Master Ball у нас уже, если честно, будет где-то через несколько серий. У нас уже есть 5 серебряных монет, а в конце... Они в бою. А в конце этой серии мы, в принципе, ну, нормально так посмотрим, сколько же у нас осталось, сколько нам вещей осталось добыть. Хотя, мне кажется, в этой серии мы, может, даже так дойдем до, я не знаю, может, даже к... 7-8 серебряных монет, да, то есть, ну, посмотрим, я не буду, ребята, загадывать, потому что, честное слово, я не имею представления, но мне кажется, у нас уже стак есть, да, то есть, сейчас, давайте я его добью, вот смотрите, вот 57, это уже, можно сказать, стак, вот тут 6, вот тут 3, что еще есть, вот тут 17, вот тут 9, вот тут 3, ну, так, более-менее, то есть не скажу, что прям супер-пупер много, но нормально, нормально. Может, к концу серии мы уже себе набьем там плюс 2 серебряные монеты, или если сильно, прям сильно-сильно-сильно мы постараемся, то набьем, может, 8, да, но это вряд ли, потому что это реально очень нужно постараться. Мне кажется, лучше все-таки тут качаться днем, потому что днем тут куча марипов, а, как вы видите, у нас больше всего вот этих... как они там, шерсть, да, то есть у нас очень много шерсти, но хотя смотрите, то есть с одного сила нам выпало 4 монетки, и с одного свайнуба нам 2 монетки выпало, это очень круто. Наверное, все-таки мы будем силов фигачить, да, ребята, хоть, в принципе, знаете, и ночью кач какой-то есть плюсы ночного кача, и есть какие-то плюсы дневного кача, да, то есть и там есть какие-то свои плюсы. Да убей ты его уже, зараза, нафиг, вот так, замечательно. Будем надеяться, что нам что-то еще крутое выпадет, потому что вы видите то, что нам в этой серии нам уже выпало 3 болла. А вы при... Ребята, я не знаю, что бы я делал, честное слово, я не знаю, что бы я делал, если бы мне вот так с покемона, с умением по Чирису, выпал бы мастербол. Я бы охренел просто, смотрите. Так, ладно, сейчас, секундочку. Это мы выкинем. Нам уже офигеть сколько... Это, знаете, замена какая-то боссам. То есть офигеть сколько много вещичек выпадает. 2 френдбола выпало. То есть мы даже это не заметили. Ну, может, вы заметили, но я нет. Так, тут можно, в принципе, что-то выкинуть, хотя я... Не будем мы ничего выкидывать, да, мы просто-напросто потом вернемся домой и вот это все выложим в наши сундучки. Пока что мы не будем отвлекаться, потому что нужно как можно больше успеть всего сделать за серию. Там вроде пещера, да, была, то есть увидели через непрогруженные текстурки, там какая-то пещера была. Хотя, в принципе, я не знаю, есть... Да, не, мне кажется, ребята, нету пока что смысла идти в пещеру, то есть шахты, да, ну... Нам просто-напросто там пока что нечего делать.
Мы, конечно, можем пойти за какими-то ресурсами, да, и потом продать в том же магазине, то есть на замену вот этим вещичкам с покемоном, покемонов, вот смотри, еще один дайвбол выпал, охренеть, к нам придут ресурсы, но все же пока клюет, то есть в том смысле, пока у нас идут нормальный такой дроп вещичек, то зачем мы будем отсюда уходить, и вещичек, и ресурсов, да, Делибирд, ловим, как вы думаете? Ребята, ловим Делибирда. Охренеть, да ну в жопу. 44 уровень, иди ты в пень. Я хочу в этой серии уже докачать наконец нашего Эмпулеона. 44 уровень. Ух, я не буду ловить, потому что ну в жопу 55 уровень. Какой нафиг 55 уровень? Во, нормально, мы... Да, мы его с двух ударов. Круто, все! Наш Эмпулеша наконец-то докачался. 45-й, мать его, уровень. Это очень и очень круто, потому что, ну все, мы его выкладываем и на замену мы берем. Риолушка наша. Да, и потом Лукарио. Но для этого, конечно же, нужно прокачать счастье. Сколько там у нас счастья? Охренеть. 20-й уровень уже, ну, в принципе, нормально. То есть, дайте я включу шейдеры. Еще осталось приблизительно так же, да, там нужно вроде 220 счастья. Офигеть, сколько вещичек падает. Там нужно 220 счастья, а у нас уже 114. То есть 104, нам осталось 104. Вот заразы в бою. Друться там с друг другом. Лурбол. Круто, да. Я уже, если честно, думаю, может нам уже даже делать продавцов вещичек, потому что по черицу я не знаю, кто тебя создал, но это офигенное создание. То есть дроп этих вещей, это прямо жесть как круто. Я, если честно, вообще не знал, что это работает, что это вообще существует, чтобы мы обычным покемоном... задница чешется, извиняюсь. То, что мы обычным покемоном... бы пришли и просто-напросто, да иди, да чё так чешется, что мы обычным покемоном бы пришли и убивали других покемонов, и нам бы выпадали шмоточки. Это, ребята, ну, как-то странно, то, что с обычных покемонов выпадают, ну, шмотки, да, хотя это круто, то есть, вы видите то, что нам выпадают реально много шмоток, и, ну, при этом, я пока что не скажу, что полезных, потому что, если бы нам выпал, например, Lucky Edge, да, или экспешер, ну или даже взять того же, ну, мастербол или там паркбол, то это было бы вообще офигенно. Но я, наверное, тоже многого хочу, потому что чтобы с обычного, даже не босса, а чтобы с обычного покемона выпал мастербол, это прям сверхъестественная сила должна быть, должна где-то рядом присутствовать, да, чтобы эти все, чтобы это свершилось, да, и выпал мастербол. Это, ребята, офигеть, наверное, как сложно должно быть. Сможем ли мы его убить? Сможем, я надеюсь. Да, замечательно. Ух ты, ни хрена себе, this move can be used only after the user has used the other moves in the battle. В жопу, не нужно мне. Вот я не люблю вот эти атаки, то есть я не вижу смысла в этих атаках в одиночке, да, то есть на сервере это полезные хрени, но в одиночке, ну что, мы клацаем одну-две атаки, мы клацаем самую сильную атаку, которая у нас есть, да, то есть, ну, все, мы это просто-напросто клацаем, и больше нам никакие другие атаки не нужны, поэтому... нету смысла использовать. Так, давайте вылечимся. Ребята, мы уже сейчас будем возвращаться домой. Я просто-напросто хочу посмотреть, сколько мы уже шмоточек добыли. 57, 15, 26, 44, 7. Это... нет, не вот это хотел выкинуть. Алмазную кирку. Вроде все, да? Сколько? 140... Ребятушечки, я как-то разогнался сильно. Кто помнит, сколько я сказал на начале серии? То есть, чтобы к концу серии сколько мы вот этих добыли? Точнее, не добыли, а сколько бы мы прокачали, насколько бы мы прокачали наш орб. Вроде я говорил
У нас было 232, я вроде, нет, 230, ну хрен его знает, сколько там было. Я говорил, чтобы мы прокачали, хотя бы, чтобы постарались прокачать к 150. А мы уже прокачали к 141. Мы это уже перекачали на 10. Это круто. То есть, смотрите, в этой серии... Ну, сейчас, дайте я докачаю, сколько там уже серия длится. Давайте я докачаю до... Если, конечно, получится... до... 130, если, конечно, получится, да? До 130. А в следующей серии... Если я докачаю до 130, сколько это получится? 100! Да, если я докачаю до 130, это получится 100 покемонов за одну серию. А если следующая серия будет часовая, если мы наберем 1000 лайков, если следующая серия будет часовая, то если она не будет часовая, если будет обычной длины серия, да, то как сейчас мы, наверное, сможем докачать, точнее еще прокачать еще 100 убийств за одну серию. А если серия будет часовая, то мы и докачаем, и перекачаем, и уже даже сможем нафармить себе ресурсов на мастербол, и уже, наверное, сможем заспавнить артикунов в следующей серии. А это офигеть, ребята. Это офигеть. Так, главное сейчас почериться вот так. Главное не перекачать сейчас нашего эмпулиона. Мне кажется, нужно его уже даже выложить, потому что я вижу то, что сейчас нападет на нас какой-то большой уровень, и мы его перекачаем, а это не нужно. Сейчас мы даже вернемся домой и посмотрим, что нам выпало. Больше ничего нам не... Ребята, нам квикбол выпал! То есть, я помню, то есть, я не знаю, но этот момент я запомнил. На начале серии я смотрел, сколько у нас было квикболов. У нас было 8 квикболов. Кто не верит, перемотайте видео на начало, ну, в принципе, на самое начало и посмотрите на тот момент, когда я останавливал видео. Ну, остановите видео на том моменте, когда я заходил в инвентарь. У нас было 8 квикболов. Сейчас... У нас 9. То есть смотрите, ребята, если даже нам выпал квикбол, то мне кажется, есть даже какой-то мили-мили-мили малюсенький шанс, что нам выпадет мастербол. Это, конечно, ну, будет офигеть, как жестоко, если все-таки он выпадет. Но все же, может, есть какой-то шанс, то, что он выпадет. Ну, в смысле, жестоко, в том смысле, что это офигеть будет. Какое удивление, то, что он выпадет. И, в принципе, в какой-то степени даже круто. Нифига, это я случайно добыл. Потому что этот мастербол с обычного покемона, это какой-то нонсенс, честное слово. Но будем надеяться. Офигеть, почерится уже 45-й уровень. Я, если честно, даже не хочу ее выкладывать в компьютер, потому что, ну, она полезная нафиг. Ну, смотри, сколько всяких ресурсов, вещей нам выпадает с помощью Почерису. То есть, смотри, сколько мы вот этих всех лечилок и самих покеболов мы дропаем с помощью Почерису. Это офигеть. Ребята, мне кажется, можно уже возвращаться домой, можно уже все-таки уходить, потому что мы уже нормально справились в этой серии. Может, в следующей серии мы уже прокачаем наш орб до максимума, да? Возвращаемся домой. Так, продаем все наши вещички. Фух, поехали. Я надеюсь, что в этой серии мы... 7 будет. 7 серебряных монет, ну, если совместить, у нас будет 100%. А вот больше, ребята, я не могу знать. Это сюда, это сюда, это сюда. У нас уже практически 7 есть. И смотрите, сейчас. Это сюда, вот так, да. Все, 7 у нас уже есть. Дальше. Ребята, мне кажется, даже 8 будет. Ну, то есть, еду тоже бы тратить не нужно бы было вот так, как я сейчас трачу. Потому что еда нам тоже все-таки пригодится. 1, 2, 3. 8. Офигеть. 1, 2, 3. Нам осталось 4. 4 серебряных монеты. Мастербол, мы за тобой уже идем. Да, мастербол, мы за тобой уже в скором времени вернемся. И, в принципе, смотрите, у нас еще даже редстоун остался, тут еще глоустоун остался. И, в принципе, мы еще это даже можем затолкать нашей барыги. Офигеть. Так, это я просто не помню, что где у нас находится. Тут, наверное, да, тут, наверное, у нас будут вещи с Пиксельмона. Это нужно все потом будет рассортировать. Давайте тогда, смотри, вот это заберем, это заберем, это заберем. Заберем. Ух ты, у нас еще фосил есть. Я забыл то, что у нас фосил есть. Нужно потом его будет сделать. Это заберем, 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 заберем. Это.
Ну вот, ребята, я рассортировал вот это, и смотрите, сколько у нас уже вещичек, офигеть, это много. Тут у нас вот ресурсы, наверное, нужно вот сюда складывать, да, то есть отсюда забирать ресурсы, вот это, и складывать все туда. Мне кажется, это будет... А, вот тут еще есть, смотрите, ребята, у нас еще вот тут есть... Опа, это еще можно, это можно, это можно, офигеть, тут у нас еще нормально так ресурсов, вот сюда мы, наверное, будем складывать, вот сюда ресурсы, а туда вещички, так, ресурсы, так, ну вроде все, да, то есть нормально, а нифига себе, у нас еще там морковочки было. А там еще даже... Дайте я выключу, может, шейдеры, потому что... А, фиг его знает. Это, наверное, даже... У меня тут уже начинает глючить, то есть, наверное, из-за прикона все-таки это все глючит. Хрен его знает, честное, ребята, слово. Ладно, а давайте на этом уже будем заканчивать. Ребята, в этой серии мы сделали нормально так вещичек, мы уже прокачали орб нормально, мы добыли нормально ресурсов. И я еще раз повторюсь, если мы набираем 800 лайков, то новая серия выйдет завтра. Не за задержкой какой-то, а выйдет завтра. И также, если мы набираем, плюс тому, если мы наберем 800 лайков, эта новая серия выйдет завтра. А если мы наберем 1000 лайков, то завтра выйдет новая серия, которая будет длиться целый час. Если вы, конечно, этого хотите. Также, еще раз повторюсь, если вы хотите со мной пообщаться, оставьте свой комментарий под этим видео. Я не знаю, что вам угодно, вопрос, совет, пожелание, я постараюсь его прочитать, ответить и также с вами пообщаться. И еще раз повторюсь, вступайте в нашу большую дружную семью, все, что от вас требуется, это просто на меня подписаться. Я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.